Несмотря на субботники, экологическая ситуация в Кирове меняется не в лучшую сторону. Оценка и предложения прозвучали сегодня в правительстве области. Там сегодня прошло заседание экспертного совета по экологии при губернаторе. Что предлагают экологи и что из этого готовы сделать городские и областные власти, расскажет Елена Чехомова. 15-20 лет назад город был более зеленым. Таким и надо сделать его сейчас, это слова экологов. Прежде всего, они определили проблемы, с чем обращаются к ним жители города. Что в плане экологии их волнует? Экологическая ситуация в городе Кирове изменяется пока не в лучшую сторону. Нарастают проблемы запахового загрязнения. Состояние воды реки Вятки, главного водоисточника кировчан, устойчиво оценивается третий класс загрязненное. Не решается годами проблемы снежных свалок, создание и обеспечение системы ливневой канализации. Не проводится инвентаризация зеленых насаждений. Экологи предложили сделать четкую карту зеленых насаждений для учета и контроля. Экологические паспорта скверов, улиц. В городе сегодня имеется ГИС. В ней есть сведения о зданиях, дорогах, всей действующей сети коммуникаций, транспорта и так далее. В ней даже есть слой зеленых насаждений, но он пустой. Информация о наличии и состоянии деревьев в этой системе нет. Увеличить финансирование зеленого хозяйства, создать отдельные ведомства для этих вопросов, как раньше Горзеленстрой, и специальный законопроект. Вот требования от экологических экспертов. И глава администрации города Вячеслав Симаков ответил, а мы в этом направлении и работаем. В ходе разработки программы комплексного озеленения будут изучены лучшие практики озеленения других регионов. Реализация программы планируется осуществляться на базе реорганизуемого муниципального казенного учреждения УДПИ города Кирова. В МКУ дирекция благоустройства города Кирова. Этот процесс уже запущен. Мы объединяем несколько учреждений. В этом году у нас финансирование уже увеличилось в 4 раза. И прозвучало предложение от экспертов не аллеи новые высаживать где-то там, а вместе заменить старые деревья на молодые в конкретных дворах на территории конкретных детских садов. И вообще прозвучал вариант, пусть каждый руководитель города посадит по дереву. Вот и будет подарок к юбилею Кирова. Елена Чехомова, Сергей Лошкарев, Бюро новостей Давича.